Здравствуйте! Рад всех приветствовать! Сейчас мы будем делать одно из самых важных упражнений, которые нужны, которые пригодятся нам на всю жизнь. Я говорю о стопах. Стопы, если кто-то не знает, стопа – это такое, это как, например, пульт в телевизоре. Стопа управляет всем нашим телом. Все, что мы делаем, мы ходим по земле, информация мгновенно, быстрее скорости звука или света поступает к нас в мозг. Полностью вся информация. Если мы ходим особенно босиком, все это наша ступня. Здесь отражается весь организм человека полностью. Это очень важная такая часть тела нашего, которой нужно всегда заниматься. Вот этот большой палец нужно всегда вот так вот разминать и вытягивать его. Вытягивать его в разные стороны, крутить. Это он нам дает направление. Как здесь на руках вот эти большие пальцы, так и этот. Всегда занимайтесь им, разминайте, крутите в разные стороны, так же, как и все пальцы. И вам это тело откликнется с благодарностью. Ходить – это очень прекрасно, если вы не знаете. Если вам не пришлось, слава Богу, лежать и не вставая, если вы не переносили таких болезней, которые, когда люди лежат, не вставая, они мечтают о том, как они будут ходить. А мы ходим и не обращаем внимания на эту важную часть тела. Это очень важно, еще раз говорю. И сейчас покажу одно из упражнений, которое укрепит, выпрямит и сделает нам нашу ходьбу очень такой прекрасно радостной. Нас должно все радовать, вы знаете об этом, да? Все наши движения должны нас радовать. То, что мы движемся, дышим, ходим, это все наша радость. Становимся так, держимся за спиночку, аккуратно. Выставляем все пальчики. И переносим весь тело сюда. И смотрите, мы вот так вот поднимаемся на пальцы, прочувствовать каждый палец, каждый пальчик. И вот так, чтобы его прочувствовать, мы вот так вот поднимаемся с поворотом вот таким. Поняли, да? Это я показывал, поэтому нагнулся. А вообще вот так вот ровненько раз, и наше все внимание на стопу. Мы вот так вот поворачиваемся и даем напряжение на каждый палец, на каждый. И аккуратненько стали. Сделать так нужно хотя бы 3 раза, чтобы вы почувствовали. Поняли, да? Покажу на этой ножке. Вот так мы стоим. Так. И вот так вот поворачивая на каждый пальчик напряжение. Раз. Сделайте 3 раза, прочувствуйте. Подумайте о том, что мы делали. Прощупайте свои ощущения, проверьте. И потом можно повторить. Давайте уже сделаем сюда. Допустим, 6 раз вот так. Раз, я уже здесь стою. Хорошо держитесь, прям упритесь. И так раз. Поднялись. Вот так каждый пальчик прочувствуйте. 3. Очень не спеша, мягенько. Сейчас сильно не поднимайтесь. Потом, когда вы почувствуете это, может быть завтра, может быть крепатура от этого. И вот так. Я даже сейчас немножко быстрее сделаю, чем нужно. Вы делаете еще медленнее. И также на эту ножку. Так раз. Раз, прямо так. И завернули. Завернули прямо так вот. Поняли? И каждый пальчик, чтобы прочувствовал это напряжение ваше. 3. Сильно не поднимайтесь сначала, пока вы не поняли, как это делается. 4. Вот так старайтесь закрутить его сюда. 5. Пальчики чувствуйте свои. И 6. И стали. А теперь сели. Сели и потрогали их, размяли вот так, хорошо. Смотрите, завтра может быть крепатура от этого на икрах.
Хорошо, перетерпите боль такую и прям вот так сильно разомните. И крепатура пройдет очень быстро. И пальчики вот так размяли, размяли, растерли, потрясли вот так. Одну ножку, вторую. Чтобы они расслабились. Так потрясли. Вот так. Вот такое прекрасное упражнение. И познавательно вас будет, для вас, что такое стопа. Кстати, когда вы сидите, раньше в школах, это парты, если кто-то помнит, у нас была вот такая ступенечка. И все сидели вот так. Сейчас этого нет, сидят так. Когда вот так, тело не отдыхает. Оно готово к тому, чтобы встать, что-то бегать. Именно вот такое положение должно быть для отдыха человека. Так, как было это в те незапамятные времена, когда мы писали ручкой и чернилами. Кто-то так писал, помните? Вот такая была ступенька в нашей парте. Вот так мы сидели. И это очень правильное положение для отдыха. Когда вы сидите за компьютером или где-то, придумайте себе такую ступенечку, и тогда вы будете отдыхать. Вам не захочется вот так вот где-то развалиться. Вы будете сидеть ровненько и красиво. Всего хорошего, будьте здоровы, занимайтесь.